Когда они начали, приняли решение формировать эти тувинские батальоны, там, ну, на, по национальному признаку, мордовские, тувинские, там, в Туве и Мордовии быстро сообразили главную задачу. Это утилизация активного элемента. Я думаю, это не скрывается, они им прямо и ставят такой задачу. Прямо так ставится задача. Но ведь активный элемент тоже это понимает, и жители республики это все понимают, что они хотят выбить тех людей, которые способны оказать сопротивление путинскому режиму окончательно. И они сразу решают очень много задач. Выбить актив, раз, второе, поставить. Утилизировать. Подвесить, да, и так далее, и так далее. Люди это понимают прекрасно. И люди, они же не бараны, они что-то будут делать в ответ, пусть теми способами малыми и возможностями, которые у них есть.